Мощи великомученика Дмитрия Солунского ныне покоятся в базилике святого Дмитрия в Салониках. 8 веков назад при разграблении города крестоносцами они были вывезены на запад и оказались в аббатстве итальянского города Сан-Лоренцо ин Кампо. И лишь благодаря заступничеству самого святого Дмитрия честные мощи великомученика смогли вернуться в родной город. Так считает митрополит греческого города Верия владыка Пантелеимон. Почти 40 лет назад, тогда еще в сане архимандрита, протосингел или секретарь фессалоникийской митрополии отец Пантелеимон вел очень трудные переговоры с итальянскими монахами о возвращении святых мощей небесного покровителя града Салоники. Однажды служителю явился сам великомученик Дмитрий и уверил отца Пантелеимона в благополучном исходе переговоров. «Для меня стало великим благословением то, что святой Дмитрий избрал меня, и он использовал меня как некий инструмент. В то время, во второй половине 78-го года, я ездил в Италию. Последний раз пробыл там месяц, и по благословению митрополита Фессалоникийского удостоился чести перенести мощи в родной город святого, в Салоники. За заслуги в деле переговоров с католическими монахами владыке Пантелеимону при его назначении на архиерейское служение в Верию и была вручена десница, то есть правая рука святого Дмитрия Мироточивого. Святыня до сих пор источает благоухание, а просящее заступничество великомученика получает просимое, о чем могут свидетельствовать тысячи паломников, которые поклонились деснице великомученика в городах России и Украины. На очереди Беларусь. Что у кого будет желание, возможность, приходите, будем вместе молиться, будем просить, чтобы святой великомученик Дмитрий Солунский помогал всем нам на нашем жизненном пути, как он был верным и верил в Бога, так и нас, чтобы он укреплял и помогал нам преодолевать свои страсти, быть верными Богу и хранить ему верность. Поэтому всех вас приглашаю, кто будет иметь желание, возможность, приходите, будем молиться. В Минск святыня прибудет 4 ноября. Торжественная встреча состоится Свято-Духом в Кафедральном соборе столицы перед вечерней. 6 ноября вечером ее встретят жители Бобруйска в Свято-Никольском соборе. 7-го десница святого Дмитрия в канун празднования памяти великомученика смогут поклониться жители Полоцка. В Спасо-Ефросиньевской обители города святыня будет пребывать на всеношном бдении и праздничной литургии. 8 ноября, ближе к окончанию вечерни, десницу святого Дмитрия Солунского встретят в Успенском соборе Витебска, откуда уже 9 ноября к вечерне десницу доставят в Оршу. Рано утром 11 ноября святыня отбудет на родину. Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз», Греция, Беларусь.